Всем привет, дорогие ребята! Сегодня я вам хотел показать, какая вам электричка всего нравится. Погнали! Это знаменитая Т2М, которая ходит на Ленинградском направлении, на Октябрьской железной дороге. Вот такой электропоезд, в общем, вот такой. Это и Т2М 123 серии. Дальше. Д2Т. Такие электрички ходят на Казанском, на Ярославском и других направлениях Московской железной дороги. И это, кстати, 69-я серия. Дальше. У нас идет Р2Р. Ходит на БМО и на других направлениях. Ну, в общем, так. Это у нас 78-я серия. И это у нас знаменитая ЭД4М. Да, кстати, ходит на Ярославском, Горьковском, Казанском, Павелецком и на Павелецком направлении. Это 59-я серия. И это у нас знаменитый ЦППК ЭД4М. Это у нас ЭД4М 0490. Такой, кстати, на киевском направлении ходит, поэтому я его снимаю. Следующий. Это у нас самый новый электропоезд в Московской железной дороге ЭП2Д. Проект был в 2016 году. А этот электропоезд запустили в 2017 году. И, кстати, это 12-я серия, тоже ходит на киевском направлении. Ну, в общем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.